убивают людей в Сирии. Россия убивает мирных сирийских граждан. It's over, мастер. Мы пропали, хозяин, это конец. Мастер, this is the end. Успокойся, дорогой. Машин вертится, комментарии пишутся. Али, зареши еще барана. Вот так! Bye-bye. Скандал в Сирии. Сегодня русские бомбардировщики нанесли авиаудар по Алеппо, где в это время проходил чемпионат мира по бейсболу. Тысячи жертв среди мирных жителей города. Неопровержимые доказательства еще не предоставлены, но наш специальный фотошопер сообщил, что все будет готово в ближайшее время. Идиоты. Все пропал, твою мать! Нас рассекретили! Путин начал войну против ИГИЛ!